вот жители поселка Исток даже не знают, наверное, о том, что Шнур получил премию GQ. У них радость. Бесплатное пиво, правда, просроченное. В промышленной зоне находится такой бар складской. Сюда просто привозят с местного пивзавода товар, который уже не продашь. Вход, как вы видите, свободный, охраны нет, забора тоже, приходи и пей, что называется. Многие даже поселиться здесь решили, не просто найти, зайти бутылочки, а жить и попивать, добра наживать. Но, оказывается, еще вместе со взрослыми здесь время проводят дети 12-13 лет. И все вместе пьют просроченное. Говорят, можно. Слабенько. Ну, просроченное, а пить можно. Ты понимаешь, там дрожжи. А дрожжи, его хоть брагу пей. А вот остальным жителям такая тусовка, конечно же, не по душе, потому что они на грудь бутылку принимают, другую, третью, а потом-то выходят с территории своего любимого склада алкогольного и попадают уже на территорию поселка. Это они туда ходят, они это все пьют, они это травятся, они бьют своих женщин. Мы замучились уже наблюдать эту ситуацию. Полицию вызывали, милиция приезжала, опечатывала, все начинается по новой. Но жалобы были не бесполезными. Сейчас местные власти запрос отправили в прокуратуру и Роспотребнадзор. Так что, скорее всего, халява просроченная закончится в ближайшее время.